Шеф-повар Максим Григорьев. Белковые коржи. Предлагаю приготовить отличную заготовку для многих тортов и десертов. Белковые коржи. Достаточно часто после приготовления крема, курда, майонеза, различной выпечки у нас остаются белки. Их можно заморозить и использовать по мере необходимости, а можно сразу приготовить вот такие белковые коржи. Время приготовления – 1 час 30 минут. Ингредиенты. Белки куриные 4 штуки. Масло подсолнечное нерафинированное 1 столовая ложка. Сахар 250 грамм. Соль 1 щепотка. Шаг 1. Для работы нам понадобится сахар, яйца, щепотка соли. Шаг 2. Нам понадобятся только белки, поэтому для рецепта используйте уже отставленные из предыдущего рецепта 4 белка или отделите белки от желтков у 4 яиц. Шаг 3. Взбить белки в пену. По чуть-чуть добавлять в белковую пену сахар, 250 грамм, соль, 1 щепотку, и взбивать 7-10 минут. Шаг 4. Противень выложить кулинарной бумагой и начертить 3 круга диаметром 20 см. Смазать слегка растительным маслом, 1 столовая ложка, и выложить белки в начерченные круги. Разровнять. Один корж можно оставить с небольшими пиками сверху, это будет верхний корж в торте, и он может иметь красивую бугристую поверхность. Шаг 5. Выпекать коржи 1 час 10 минут, до готовности, в духовке при 100°. Готовые коржи должны быть сухими и при постукивании по ним издавать глухой звук. Шаг 6. Снять коржи с пергамента. Белковые коржи готовы. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.